Shadów. Ладно, окей. Всем здорово, пацаны. Сегодня мы с вами гамаем в Sonic Ages. Сегодня просто очень пасмурный день. Я решил, что давайте-ка я запишу игру, в которой есть офигенный музяка и которая про Соника. Да. Чуть-чуть немножечко, так скажем, развеем эти серые будни. Не, реально, погода какую-то херню творит в последнее время, поэтому я решил записать видос, чтобы всех развеселить. Ладно, поехали. Sonic Ages. По-моему, Ages — это задом наперед аббревиатура Сеги. Окей. В чем игра меня удивила? Так это то, что здесь, по-моему, Toei Animation заюзали. Лул, лул, лул! Посмотрите на это. Жесть. Охереть. Toei анимация. О, да, кстати, у него этот. Шилд есть, как в третьем Сонике. А, это дырка. Подожди, подожди, подожди. А, ну ладно. Я соберу все кольца! Но физика тут как в самых обычных Сониках. Типа... Ау! Ладно. Я вас понял, как... Нифига себе. Ну, видно, что что-то пиксельное, что-то отрисовано от руки. Но, блин. О, what the fuck. Ой, секрет. Почему здесь осты из первого Соника? What the fuck. Есть такая аксиома, что первый враг в любом платформере первостепенно попадает под вашу руку. Они специально созданы были для этого. Для них это как смысл жизни. И вот я взял и пропустил его. Что у него в голове? Как ему жить дальше? Смысл жизни для него потерян. И ведь когда я пройду его, он не будет значиться, как очередная сотня очков в моем счете. Он останется в темноте за экранного пространства. О, спидап. Нихера себе. Ух ты ж, жесть. Сколько там этих шипов стоит? О, какие-то коты. What the fuck? Чё за коты? Немногим, конечно, дан второй шанс. Но все же. А, кстати, он очень быстро ускоряется. Нихера себе! Ясно, он очень быстро бегает. О! Ой, из этой штуки коты появлялись. Какие-то спавнеры будут даже с котами. Нифига себе. То есть ты можешь вообще прям... Это... Убрать врагов отсюда. Или можешь как-то это заезжать, типа, чтобы на врагах прыгать по этому. А если ты сломал, например, то все, ты уже не пройдешь какую-нибудь секретку или еще что-нибудь. Ну, прикольно так-то. Че он мне... А! Тут платформинг!
Вот это да! Не, очень красиво сделана игра. Той анимации. Я, бля, в первой жизни вижу игру с той анимацией. Это просто охереть. Может быть, не впервые, но... Ля. Если что, той анимация, это типа... Японская анимация еще до аниме, типа. А! Фак, я испугался. Окей. Вот отсюда появляются коты. Типа, это можно разрушить. Я не знаю, зачем это сделано, но... Не знаю, прикольная фича, типа. А коты, кстати, тоже отрисованы. Посмотрите, он прям вот... Он полностью анимирован. Круто, круто. Спиндэш тоже, прыжок тоже. Все круто сделано. Как бы респект, чуваку. Музяка, конечно, это очень стрёмная. Ну, в стиле Соника, если чё. Вот самых первых Соников, типа. Блять, он ёбаный волшебник! Он ёбаный волшебник! Блять, мы на волшебника попали! Помаши твоей рукой! Мы на волшебника, блять! Боты здесь достаточно умные. What the fuck, что сейчас произошло? Вот, серьезно, смотрите. Я просто подхожу к нему. И издается звук. Один раз я даже смог ударить его. Очень странно. Сейчас посмотрим, есть ли тут меню какое-нибудь. Ну-ка. Ни селект, ни старт не работают. Тут нет меню. А как выходить из игры? Типа ты не выйдешь отсюда? Шедуф так и не смог выйти из игры, и сейчас вы увидите его последнее мгновение перед отправкой в оздоровительный концлагерь «Веселый Рейховец». Ему срочно нужна ваша помощь и поддержка, поэтому подпишись на канал, поставь лайк, вдарь по колокольчику и обязательно подпишись на нашу группу ВК, ссылка в описании. Может быть, это поможет ему быстрее выздороветь. Сука! Прям по таймингу. Да твою-то мать, ну ты что там стоишь-то? Твою ж за ногу. Ублюдок, говно, дерьмо. Меня с одним кольцом оставили. Сейчас до финиша придется с одним кольцом. А если я его перепрыгну? В общем, вот такой вот обзор у меня вышел на эту игру. Она интересная. Да. Вроде бы. Но из нее не выйти. Кнопка старт не работает. Как из нее выйти? Я знаю, как из нее выйти. Надо выйти в окно. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Ладно, всем спасибо, что смотрели этот богоподобный обзор. Всем удачи. И пока. Да. Скорее всего, Шедуф уже готовится на посадку в автобус до концлагеря, и мы его не увидим еще 3 недели. А с вами был я, Шедабот 34000, и помните, из этой игры нет выхода. Удачи и пока. Как из нее выйти, блядь?